Доброе утро, Полтава. Здравствуй, Украина. Я, как всегда, в офисе 1580. Доброе утро, Сергей Станиславович. Что у нас за последние сутки? За прошедшие сутки поступила информация о одном чрезвычайном происшествии. На улице Кучеренко 3 мужчина 30 лет получил колото резаную рану. По информации, что у меня есть, этот мужчина был в стане алкогольного опьянения. Ну, информации пока дополнительной нет. Я так понимаю, что оказана была медицинская помощь. По коммунальным службам, значит, появилась дополнительная информация по поводу остановки котельных теплопунктов. На данный момент у нас стоит теплопункт Сады 3, теплопункт номер 68, Героев Сталинграда 7-9, кроме домов Великотерновской 20, Героев Сталинграда 15-19, 17-24, корпус 1-2-3. Также стоит теплопункт с Героев Сталинграда 12, Героев Сталинграда 8А и Героев АТО 118. В принципе, как и раньше, теплосеть дает нам информацию, что до 16 числа плановый ремонт будет закончен. По погоде на сегодня обещают нам 14-16 градусов тепла. Также опять синоптики передавали нам на ночь заморозки на поверхности грунта 0-3 градуса. То есть ощутимо было, что ночью было холодно, и ночью температура, то что нам давали, да, была плюс 2, плюс 4 градуса. Сегодня объезд города коммунальными службами. Но у меня в планах, несмотря на погоду, все-таки у нас когда-то купательный сезон наш начнется. Сегодня поехать на Орску, проверить наши пляжи, в каком они состоянии, где нужно. Первый, второй, третий, сюда. Да. На Дублянщине пляж, он тоже? На данный момент есть решение выконкому, там где у нас пляжи закреплены за 4 предприятиями. Ага. То есть на данный момент 4 официальных места массового отпочинку. Есть еще дополнительное решение, что возможных мест массового отпочинку населения 9. Но закреплено сейчас на данный момент 4. То есть поедем сегодня по Орске, посмотрим, что там за ситуация. Включаешь и 4-й пляж тоже посмотрим. Ну а именно конкретно по тому решению, я думаю, там уже будем смотреть немножко позже, кто там будет выполнять работы на тех пляжах, там где нету предпринимателей. То есть я думаю, что скорее всего есть одно дело, это работы по вывозке мусора, это одно дело. Там, где надо, если оборудовать фонтанчики, оборудовать медпункты и все остальное, это ж явно надо, чтобы кто-то этим занимался. То есть реально получается 5 пляжей будет как бы предложено предпринимателям? Ну, я не думаю, что это возможно в таком плане. Решение выконкому там именно, что на данный момент есть 9 мест, возможно, массовой починку людей на воде. То есть я не думаю, что прям так оно будет там предлагаться предпринимателям. То есть, ну, если там есть эти места, то все равно их надо убирать, все равно надо смотреть, что там за ситуация. То есть в таком плане. Ну, пока конкретно и у меня такой информации по поводу предпринимателей нет. Ну что, готовимся к летнему сезону. И обращаем внимание на мои страницы. Ребенок нуждается в нашей с вами помощи. Кровь, финансовая сторона вопроса. Там объявление все показано. Всем удачи, бережем себя.